Всем привет, меня зовут Том. Сегодня мы с вами поиграем в пиксельную игрушку под названием Pixel Piracy. Я читал кучу отзывов и даже смотрел на ютубе некоторые ролики по этой игре, и я скажу вам, что эта игра просто охрененная. Просто охрененная игра! И очень брутальная, конечно, про пиратов и тому подобные вещи. Посмотрите на воду, посмотрите на деревья. Это очень клево, даже несмотря на то, что игра выполнена в 2D, то есть мы можем просто ходить налево либо направо, либо вверх, либо вниз и так далее. В общем, ладно, давайте начнем. Это что такое? Я не знаю, я вот первый раз, вот прямо сейчас первый раз перед вами запустил эту игру. Вообще, тема пиратов мне очень-очень нравится, поэтому я буду играть в эту игру с удовольствием. Капитан Бальтьер Руссо. А, видимо, здесь наше имя. Напишем Джек Спэрроу. Я думаю, вы знаете, как это все переводится. Капитан Джек Воробей. World, назовем World, знаете как, Caribbean Sea. Карибское море. Campaign мод Start Game. Campaign мод, я не знаю, что это такое. Арена мод. А, нет, давайте лучше Campaign мод. Арена мод это, видимо, просто драться против кого-то или типа того. Ну ладно, с этим мы еще с вами разберемся, потому что я даже не заходил, как я вам и говорил ранее, я не заходил даже в эту игру и даже не знаю, что тут как и делать. И все, это вообще, что это такое? Так, ладно, я просто уже в предвкушении, я хочу побыстрее, черт возьми, зайти в эту игру и посмотреть, что она из себя представляет. Давайте нажмем Start Game. What do you think about Caribbean Sea? У меня спрашивают, что вы думаете о Карибском море? It's sickening filled with pirates, monsters and hardship. Наверное, это. What is the most recent event that happened in the land? Что? Что самое какое-то recent, я не знаю, событие, которое случалось в городе? Что самое такое прикольное, может быть, или типа того? Нет, recent, я не знаю, как это. Самое запоминающееся, может быть? A great war tore the popular support. More ship encounters, plague, long dangerous nights. А, это, видимо, мы с вами сейчас создаем мир, генерируем, видите, отвечая на вопросы. How do you remember your father? Как ты помнишь своего отца? Он был бравым капитаном, его имя Дэвид Фелпс. Он ленивый алкоголик, что-то там делающий. He was a cowardly sailor that went by name Борис. Борис? Серьезно? Борис? Окей, ладно, выбираем первое. Наш отец был бравым капитаном, и мы, его сын, видимо, тоже будем бравым капитаном. Мораль and hunger settings. Easy. Recommended for newer players. Да, наверное, все-таки это. Knockback settings. Settings. Я не знаю, что это такое. Давайте тоже нажмем easy, потому что вроде как в этой игре нам придется очень-очень много умирать. What is your gender? Male. Мужчина. О боже, Джек Спэрроу! Посмотрите на него. Нет, конечно. Face. Так, не-не-не, выберем color face. Волосы. Волосы мы сделаем какого цвета? Сделаем его черного. А тут нету черного цвета, блин. Или есть? Нет, тут нет черного цвета. Давайте тогда, знаете, каким сделаем? Я не знаю. Сделаем каким-нибудь темным. Пусть будет... Вот такой какой-нибудь. Ладно. Shirt. Футболка. Какого цвета будет футболка? Футболка будет какого-нибудь такого красноватого цвета. Есть тут красноватый цвет? Нет. Как-то тут все сделано не очень понятно. И это немного, не знаю, непонятно. Так, ладно. Оставим футболку так. Jacket. Вот был красный цвет. Я его просрал. Вот, ладно. Оставлю так. И аксессуары. Это вот эта вот штучка. Она у нас будет какого цвета? Пусть будет вот такого цвета. Jim, lad. О, боже. Йо-хо-хо. Йо-хо-хо. Jim, lad. А, нет, не такой детский. Narcy Blues. Вот это вот само то. Change look, confirm, принять. Your missions is to defeat four legendary pirates: Peter Sand, Gottfried Swartholm, Arne Schwartz, and Tim Berners-Lee.
Each of them has a piece of map that leads to the infamous Pirate Bay. В общем, убив, видимо, каждого из этих пиратов, мы получим по одной части карты, которая... по которой мы сможем прийти в пиратскую бухту, в легендарную пиратскую бухту. Итак, мы начинаем. Мир тут генерируется, по-моему, совершенно... как бы это сказать? Так, нет, зачем я это нажал? Извините, ребят, если я буду прерываться, просто я очень-очень... мне очень интересно, что это такое тут. А, вот, не рассказал вам про мир. Музыка, блин, какая шикарная музыка, господи. Мир тут генерируется совершенно случайно, по ходу дела. Потому что только что, пока он генерировался, я так смотрел. Так, здесь у нас можно смотреть, что у нас здесь такого интересного есть. Кэт Эстебан. Это котик? Котейка по имени Эстебан. Окей. Окей, мы с вами... на каком-то пляжике. Это кто такой? Джек Тар! Клик экшен. Так, тут какой-то... Я не знаю, что... Это кто вообще? Квинси Саммерфилд. My father knew your father. Окей, он просто, видимо... I love its superior sound. Which one? Что они все делают? Press space to interact. Я могу поговорить, видимо, с какими-то чуваками здесь. Sell. Что? Felix Promoter. Sell. Buy. Sell. Sell. Что тут вообще можно делать? Можно... Ну да, вот, окей. Можно вверх смотреть. Шикарно. Pedro Selig. Так, Иван Драго. Давайте подойдем к Ивану Драго. Ship crew. Что значит ship crew? Так, окей. Watermelon, rum. А у меня вообще есть деньги? 50 г. У меня есть 50 голдов. И, наверное... Опаньки. Это что такое? Это что такое? И почему? Что это такое вообще? Погнали назад. Хотя, не-не-не-не-не-не-не. Джек Спэрроу, вернись, Джек Спэрроу. Что за говнюк за мной ходит постоянно? Квинси Саммерфилд. Почему он за мной ходит? Итак, press space to interact. Давайте посмотрим, что можно сделать с этим чуваком. Treasures hunt. Teach pirate how to use shovel. Очень интересно. Пойдем чуть дальше. А вот там вот котейка, может его можно будет приручить. Сейчас посмотрим с вами. Wood wheel. Sail speed. Wood ladder. Вудблок. Купить. Купить. Это деревянный блок, может быть... это часть деревянного блока. Wood deck wall, wood... It sure beats jumping. Окей. Мы купили сколько там? 5, по-моему. Так, это что такое? Я убил котейку Эстебана. О боже, он кровоточит! Он весь кровоточит. Зачем я убил котейку? Черт возьми! Господи боже, что со мной не так? Help, captain and crew controls. Shipbuilding. Давайте посмотрим shipbuilding. Remember, you can only build when docked. Видимо, нам сюда, ребят. Музыка, повторюсь, здесь играет просто отличная, просто шикарная. И, скорее всего, нам просто-напросто надо будет отсюда с вами свалить. Так, и пойдемте, наверное, к нашему кораблю. Побежали. Джек Спэрроу, ты бежишь? Они тут прикольно так разговаривают, и у каждого из них, видите, свои слова, свои диалоги. Очень клево. Так, кто-то за мной бежит, Феликс. Он за мной бежит или что, или как? Он хочет со мной поговорить. Он хочет... First grog was good. My dearest mother, что? Я даже не успеваю читать, они так быстро все это проговаривают. Так, click action capture, захватить, plunder, я не знаю, plunder enemy ship. Окей, нам, видимо, сюда, так что... Wow, what the fuck is going on? Чё? Фу!
Фу, птицы насрали, или это я насрал? Господи, тут кто-то насрал на мой корабль. Зачем? Так, ладно. Ладно. Все хорошо. Curse you. Отравлю тебя или... Так, давайте посмотрим, что тут еще можно делать. Конечно, да, ничего не понятно с первого взгляда и с первого запуска, но я думаю, мы с вами разберемся с этим. Да и вы, может, поможете мне в комментариях. Потому что, по-моему, эта игра крутая. Все говорят, что она мега крутая, что тут большой мир. Кстати, я видел тут World Map. Давайте запустим. Дистанция 2. Pirate Town Danger. Нет, нам нужно в какой-нибудь город или типа того. И как нам это сделать, я не знаю. Видите, ребят, как это сделать, я не знаю. Так, нет, все-таки это птицы насрали на мой корабль. Зачем они это сделали? Воу, это что такое? Это была падающая звезда? Или что это? Или в меня кто-то херачит с какой-то пушки? Черт, здесь лежит трупак. Так, значит, да, наверное, скорее всего, нам нужно сюда, ребят. Нам нужно назад в таверну и будем набирать народ, может быть, и они нам помогут построить корабль. Или типа того. Ну, больше просто я не вижу никаких выходов из этой ситуации, которая у нас тут с вами сложилась. Your crew. Что значит your crew? Ну ладно. Угу. Так, ну ты идешь сюда, Джек Спэрроу. Джек Спэрроу переводится как... Джек Спэрроу переводится как Джек Воробей. Я думаю, вы знаете это по фильму «Пираты Карибского моря». Press space to interact. Буй. Буй. Что значит буй? А, стартовая цена. Понял. Значит, sell. Так, я ничего не могу понять, у меня ничего тут не нажимается почему-то, какого-то хрена. Ой. Опа. Я кому-то кинул, по-моему, сейчас бутылку. О боже, все, теперь они мои друзья навеки. Или это я раскидываю... Да, видимо, я раскидываю пустые бутылки. Хул. Деко. Фуд. Миск. Хул. Окей. Все, мы типа с вами строим корабль, видимо, себе сами. О, это прикольно, скажу я вам. Так, вот такой вот корабль. Я думаю, нужно нам еще с вами купить этих разных штук, которые тут продаются. За мной увязался какой-то друг мой, видимо, watermelon, food. Так, наверное, куплю-ка я себе, пожалуй, еды. Аптрейдинг, бандаж, стоп-блидинг. Вообще много всяких интересных штук здесь есть, я это уже вижу. Но, опять же, может быть это мой английский, а может быть здесь и правда немного все запутано на первый взгляд и не очень понятно. Let's wheel. Stash of books. Wood ladder. It should be... Imagine how stupid a ship without this would look in real life. Ну да. Представьте, как тупо будет выглядеть корабль without. Окей, пофиг. Не буду заморачиваться. Woodblock, half woodblock. Давайте купим несколько half woodblocks и 2 woodblocks. Все, и теперь, если мы нажмем Escape, тут будет ship setup и вот такая вот штучка.
Так. Так. Ага, окей. Нет, все-таки что-то не то. Окей. А, вот оно чё. Вот оно чё. И нам теперь понадобится еще один этот. Я не знаю, в общем, ребят, я делаю какую-то хреновину, но мне игра нравится. Я не знаю почему, я не знаю, чем она мне нравится, но единственное, чем она мне не нравится, это тем, что тут ни хрена непонятно. А в остальном игра полностью, блин, такая прикольная. Посмотрите на этих маленьких пиратов, которые, блин, фиг знает, что делают. Поют песни, отдыхают, пьют грог. Я только что убил котейку. Я только что прогнал птиц со своего корабля. Ну или что это такое? Трудно назвать, наверное, это кораблем. Вот, а они насрали мне в ответ. Вот что за херня? Вот, ну что за херня тут творится? Ладно, ребят, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я надеюсь, вам нравится эта игра. Если она у вас есть, ребят, кстати, если вы знаете, что здесь и как делать, вы, конечно, пишите в комментарии. Я буду обязательно прислушиваться и читать, наверное, ваши даже ники в следующих сериях. Я думаю, ну, это будет прикольно. Я напишу, что вот вы человек, который мне помог. И это будет клево. Вы услышите свой ник или имя, или никнейм, ну, как вы там подписаны. Услышите это в следующей серии. И это будет клево, я думаю. Это будет прикольно. Так. Тут ничего нельзя сделать. Вернее, можно, может быть. Может быть, как-то колесиком. Нет. Может, на F, на E. На Q. Что я только что сделал? Да. А, этот чувак хочет со мной подружиться. Давайте подружимся с ним. Shipmates for life. Так, что за ерунда? Почему он за мной идет? Может, он за мной ко мне на корабль пойдет? Я вот сейчас, видели, нажал Ship View. Может быть, это что-то значит? Нет, ничего это, к сожалению, не значит. Ага. Так. Давай, прыгай. Господи, давай. Нет, видимо, надо будет здесь еще одну какую-нибудь хреновину поставить. Я сделал свой корабль, как не знаю что. Вот он, серьезно, мой корабль похож на кучу дерьма птицы. Вот посмотрите, птица здесь насрала. Вот и мой корабль. Это все. Я не знаю. Мой корабль ни на что не похож, и на него срут птицы. Это ненормально. Ладно, ребят, надеюсь, что вам понравилась эта серия. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если вы хотите больше видео по этой игре, пишите в комментариях. Но вообще, я, конечно, хотел бы снимать эту игру, а вы пишите в комментариях, знаете что? Пишите лучше в комментариях, как и что тут делать. Куда нажимать и все такое. Потому что вообще сам по себе я гайды не очень люблю смотреть, поэтому вот, поэтому лучше подскажите мне вы. И мы с вами как-то взаимодействуем, и это будет клево. Это очень клево, и это будет очень, черт возьми, клево. Это какой-то капитан, смотрите, какой у него. Howdy, Jack Sparrow. I spy water. Какой-то бородатый Клиффорд Калкофе? Стоп. Клиффорд Калкофе. А мне не нужно его убить случайно? Нет, наверное, все-таки нет. Нельзя. Не нужно его убивать. Окей, они, видите, они со мной разговаривают, а я даже не знаю, как им ответить, я не знаю, что делать. В общем, ладно, ребят, до следующих видео, до следующих серий. А, вот он, мой корабль. Мой шикарный говняно-дерьмовый корабль. До следующих видео.